Так, друзья, хочу вам показать мотопомпу для грязной воды. Там, печатались. У нее 80 метров напор. 50-60. Ага, бывает. Но у нас на сайте есть графики потребления, там правильный график. Ага. Моделька называется у нас HYM80. Точно. Вы для каких-то целей определенные будете использовать или продавать? Мы продаем их. Так, покажу вам улитка какая. Очень похоже, кстати, вот на кашиновский. Это есть аналог кашина. Кашин стоит 38, а это 24. Да, кашин Японии, это Hyundai, корейская торговская торговая марка. Ну вот улитка, все очень похоже на кашин. Ну, на полный аналог. Полный аналог. Так, фитиля, ну, очень хорошие, военный завод делает. Доступ легко для того, чтобы почистить. Вот, двигатель 9-киловаттный, собственной торговой марки. Не 9 лошадиных сил, правильно я перепутал. Ну, стандартная комплектация. Рама обычная. В общем, движок на 9 лошадиных силы. И мотопомпа вот такая вот грязевая. Аналог Кашина Дайшина, но по цене гораздо бюджетней.